У нас просто поколение наших предков, и там и бабушки, и родители, возможно, тоже росли с ощущением страха. Эта система ГУЛАГа, конечно, ее источала. Потому что, как вы сказали, что люди не были в ГУЛАГе, но он был рядом, и все прекрасно понимали, что они там могут оказаться в любой момент. Когда мы читаем или пишем какие-то тексты про то, что сейчас происходит в тюрьмах и СИЗО, и лагерях, мы, в общем, видим то же самое, что нам рассказывали наши герои нашей книги «58-я неизъятая» про людей, которые сидели во времена Большого террора, и про то, что методы работы, да, методы насилия над заключенными совершенно никак не изменились с тех пор. В те годы их вырабатывали, сейчас их просто по накатанной используют.